О, классно, мне тоже нравится такой мультик. Вот, все и конец. А теперь пора ложиться спать. А ты почему не спишь? Ты младше, я старше. Вот я могу еще полчаса не спать. Тебя на секундочку. Что такое, Давид? Почему ты еще не спишь? Молоко забыли выпить. А, точно, молоко. Хорошо, сейчас принесу. На, вот вам молоко. Спасибо. Все, а теперь ложись спать. Иди сюда. Ты что такое? Не могу заснуть. Сильно кушать хочется. Что тебе сейчас, борща сварить? Ну, хотя бы печенье. Ладно, сейчас будет тебе печенье. На, вот мое печенье. Давид, кушай быстрее, а то мне уже скоро самому ложиться спать. Все, спасибо, наелся уже. Молодец, а теперь ложись спать. Антон! Антон! Что случилось? Почему ты еще не спишь? Сильно водички хочется. Какой водички? Ты недавно молока попил. Сладкое печенье было. Сладкое печенье у него было. У тебя уже должны были быть сладкие сны. Хорошо, сейчас принесу тебе водички. Вот твоя водичка, и быстро ложись спать. Что такое? Что ты еще хочешь? Стакан забери. Ты не мог оставить на тумбочке, я бы завтра забрал. Так, все, теперь ложись спать. Укрывайся, приятных тебе снов и спать. Антон, Антон! Что такое? Почему ты уже не спишь? Столько времени прошло. Артур, принеси моего лягушонку. Хорошо, принесу лягушонка. Только договорились, это последнее, что я тебе буду приносить. И будешь сразу спать, понял? Все. На, вот твой лягушонок, вот он такой красивый, на. Ой, спасибо. Спокойной ночи. Антон, Антон, иди сюда! Что еще? Почему ты не спишь со своим лягушонком? Он все какой-то ночью будет сильно страшный. А я тебе ночью не страшен? Принеси моего миску. Ладно, принесу. На, вот твой мишка. И ложись спать. Спасибо. Все, спокойной ночи тебе и твоему мишке. Антончик! Давид, что еще? Я хочу тебе сказать, что ты очень хороший брат. Спасибо тебе за все. И ты тоже очень хороший брат, только ложись спать. Спокойной ночи. А принеси мне что? Тебе точно, последнее посмеяние. Ну, только
это и все. Последний раз. Принеси мне еще. Артурчик, Артурчик, принеси мне какао. Без этого я никогда не засну. Договорились, какао и все. Я из-за тебя уже поиграть не успел и тоже иду спать. Антон, почему он так долго не несет какао? Пойду посмотрю. О, Артур спит, как мило. Какой мне хороший брат. Все для меня делает. А я спать не хочу. Чуть пойду, чуть-чуть поиграю. Что я здесь заснул? Принеси, пожалуйста, воду. Ой, захвати там еще какую-нибудь печенюшку. Шоколадку еще возьми. Ой, не, еще молока возьми. Еще яблоки возьми, два апельсинчики. Ой, еще возьми там печенье. Еще огурцы принеси мне. Принеси еще кашу, морковку там, давай бананы. Друзья, напишите в комментариях, что вы любите кушать перед сном. И, пожалуйста, принесите мне маленький лайк. We'll be right back.